Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Молодой жене Петросяна поставили неутешительный диагноз. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в отпуск по настоянию врача. Несколько дней назад 75-летний юморист и его молодая супруга улетели отдыхать на Мальдивы. Сейчас супруги предаются безмятежному отдыху и радуют поклонников яркими снимками. Однако оказалось, что жизнь Татьяны Брухуновой не столь безмятежна. Под очередным прекрасным фото в Инстаграм жена юмориста призналась, что еще 2 месяца назад она ощутила сильную усталость. Это тяжелое состояние не покидало женщину 24 часа в сутки. Вероятно, тогда обеспокоенная Брухунова отправилась к врачу. Там Татьяна узнала, что именно так выглядят первые ласточки эмоционального выгорания, и серьезно встревожилась. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Ки. В беседе с подписчиками женщина подчеркнула, что это не просто модные слова, которыми многие сейчас разбрасываются направо и налево, а серьезный медицинский диагноз. Именно невролог посоветовал Брухуновой отправиться в отпуск, что супруги незамедлительно и сделали. Для восстановления здоровья жены Петросяна они выбрали спокойный отдых без каких-либо развлечений. В режим дня Татьяны помимо сна и приемов пищи входят лишь плавание, массаж и визуальное расслабление. Такой распорядок помогает женщине чувствовать себя лучше и постепенно обретать ощущение покоя. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!